Это очень важная для всех нас, белорусов, дата, потому что наша страна, в принципе, больше всех стран пострадала от этого ужасного события. И сейчас в нашей стране готовят новую бомбу замедленного действия. Атомную бомбу. Островецкую АЭС. 7 месяцев они пытаются ввести ее в эксплуатацию. 7 месяцев они каждый раз после введения останавливают введение в эксплуатацию АЭС после какого-то ЧП. Нам говорят, что все в порядке и так должно быть. Но мы знаем, что это не так. Мы, анархисты, согласны с тем, что АЭС в том виде, в котором он есть сейчас, запускать ни в коем случае нельзя. И в принципе вообще нельзя. Потому что мы, анархисты, прямые противники атомной энергетики, потому что это опасно. О том, почему мы еще против АЭС, вы можете почитать в наших листовках, которые мы вам раздавали. Помните эту ужасную дату. И помните, что в Новой Белоруссии не должно быть места таким постройкам, как эта АЭС. Спасибо.